букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. У этой личности высокие умственные способности человека, его склонность к интеллектуальной деятельности. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Буква Э дает человеку обаяние, вычурность и хитрость. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Эти люди ответственны и терпеливы. В любви выбирают партнеров, которые будут поддерживать их устремления и разделять весь спектр эмоций, но не позволяют ему быть лидером. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква Р наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. На этих людей очень сильно влияет вода, так как их символ – планета Нептун. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Они мало интересуются делам окружающих, больше концентрируясь на своих собственных. Буквы Н приносят в характер отрицание и сомнение. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.